Это сейчас во дворе дома номер 12 по улице Гапцахская так спокойно и тихо о том, что минувшей ночью здесь произошло убийство, свидетельствуют эти пятна крови на асфальте. Преступление было совершено после 22:00. Убийца подкараулил бойца ММА Магомедрасула Мутаева возле подъезда его дома и произвел в него 7 выстрелов. Происходящее зафиксировала вот эта камера видеонаблюдения, установленная на фасаде многоэтажки. Соседи убитого спортсмена говорят, что не слышали звуки выстрелов. О произошедшем они узнали после приезда полицейских и следователей. Вечером уезжали в 7 часов и как бы приехали, полдвенадцатого мы в гостях были. И когда приехали, я хотел припарковаться, обычно у подъезда припаркуюсь, там люди стояли. И не дали припарковаться, я отъехал, в другое место остановил машину. И потом подошел я к ребятам, поздоровался, спросил, что случилось. Они сказали, человека стреляли. Я спросил, как, живой, что? Они сказали, скорую забрала и все. Я вышел гостей встречать и уже увидел, здесь во дворе сотрудники стояли. Подошел, спросил, что случилось. Для меня это был, конечно, тоже шок. По информации из социальных сетей, причиной случившегося могла стать месть за унижение. К убийству Магомедрасула причастен 18-летний уроженец села Каркмаскалакум Таркалинского района Надырхан Кадирханов. Между молодыми людьми не раз происходили конфликты. Первую попытку расквитаться с бойцом подозреваемый предпринял еще прошлым летом. Однако тогда она оказалась безуспешной. Его этот убил, пацан один молодой, 18-летний. Пацан убил, они, его месяц-полтора назад, они этот унизили жестом, жестко. Этого пацанчика, 15 их было. Там зеленкое лицо, там туда-сюда. Так, нехорошую вещь сделали ему, да? Правда, знакомые и односельчане убитого, с которыми нам удалось поговорить, характеризуют Магомедрасула только с положительной стороны. Отмечают, что ничего криминального за молодым человеком не замечали. Мы пару раз с ним встречались, и он всегда, когда видел, подходил сам, предлагал кофе отвезти. Я не знал его с плохой стороны, не могу ничего плохого о нем сказать. Те, кто о нем плохо отзывается... Может, такие завидники были, я не знаю, что сказать. Я этого парня иногда видел во дворе, такой порядочный, добродушный парень был. Подходил, здоровался, за ним ничего лишнего, ни разу, чтобы соседи плохое говорили, или он где-то как-то себя повел с негативной стороны, за этим парнем замечался. Следственный комитет по Дагестану по факту убийства спортсмена возбудил уголовное дело. Его расследование взял на контроль руководитель федерального ведомства Александр Бастрыкин. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 21-летний Магомедрасул Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Меньше суток назад Магомедрасул опубликовал на своей странице запрещенной сети историю, в которой анонсировал будущий бой. Он планировал выступить на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights в Москве 23 февраля. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала.